Вот они действительно колонну ждали. Пропускаю. Наверное, колонну пропускаю. О, зеритка. Степа, смотри, чтоб не это. Они, точно, мы, наверное, их пропускаем. А, вон, смотри, отъехали. С той стороны что? Заваруха была, они бы нас отсюда нахрен. Быстро, да. Ну, с лазерным прицелом, блин. Да, где? А вон там сидел, огонек у него светился, блин. С открытой дверцей. Они вон едут на расслабоне, ноги вытащил. Все, они просто их заезжают. Паркуются, куда? Пацаны, наверное. Камера сзади, да, у него или что-то? А очко рыпит, блин. А где танки? Сейчас дождемся. Бля, тихий, главное, такой. А где дальше поехали? Танки по городу, когда ехали, ой, шум от них стоял. Мимо моего дома по троллейбусной линии проезжала. Такой грохот. Три танка. Степа. Степа, ты там осторожно. Да, трофейная, наверное. Коснута. Колонна была хорошая. Там еще теперь еще и же танки. Да, но украинский поезд такого точно. Америка уже, наверное, что делает. А? Америка уже дело помогла. Аэропорты, наверное, не зря были закрыты. Сколько. Не, говорю, это уже не украинский. Боже мой, вот это вот ребята тоже. Ну вот кому она нужна была, эта война? Вот перед Новым годом два танка и БТР погибли ополченцы и вырубили свет же. Там какая что-то же заваруха какая-то была. На Новый год был у вас свет? Лутугинский, нас не было. Лутугинский вот район же. Без света был, Тельмана и вот это Артемовский и Ленинский. Да говорят же, что специально просто отключили. Танк? Не специально. Потому что они же готовились на советское праздновать. И на три дня же было... А ты что, у меня задница груженная? Снятая... Сейчас отменен был на три дня. И получилось, что мы без света просидели. Вон и танки едут. Ой, что он так тормозит на стрёмно? Что-то у них закатило. А ведерко. Яйца. Бля, какая дура, дура. А земля не трусит. Что она будет трусить? Ну как не трошки. Или мы на колесах начинаем. Луганский побитая дорога. Это сейчас под снегом не видно. А так побитая дорога, асфальт. Очень много. А знаете, что у нее тут за крюки? Не знаю. Бомбера. А там ставят. Вот так колдобинами. Да. Все, поубирай телефон. И Урал туда прет, ну. Ну, что они ж прокатали. Да ему, в принципе, пофиг, у него три моста, блин, все гребут. Не испытывай судьбу, а? Убери телефон. Убери телефон.